Я трехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка альтернативных Олимпийских игр. Сейчас я работаю тренером, работаю с дошкольниками. У меня занимаются детки 4-6 лет. Самая, наверное, благодарная работа именно у меня, потому что я набираю совсем малышей, совсем неподготовленных. И потихонечку, постепенно на моих глазах они становятся сильнее, более ловкими, становятся более сильными, гибкими, подвижными, внимательными. И, конечно, мне, я считаю, повезло работать именно с этим контингентом будущих гимнастов. Пока назвать их гимнастами сложно. Когда они приходят, они еще очень неуклюжие. Но мне очень нравится моя работа, и детям, похоже, тоже очень нравится заниматься. Упражнения интересные, упражнения бывают непростые даже для малышей. И когда они у них получаются, мы радуемся. Они видят мою радость и сами в восторге от того, что они научились чему-то новому. Это здорово, это приятно. Родители тоже замечают, что их дети становятся крепче, сильнее, внимательнее, серьезнее. Они видят результат и часто приводят, помимо своего ребенка, потом младших братьев и сестер, друзей, соседей, родственников. И так вот постепенно как бы передается вот этот вот задор наш гимнастический. Нужно попробовать для того, чтобы понять, как влияет гимнастика на развитие ребенка. Нужно обязательно привести и попробовать. Тем более мы сейчас берем практически всех детей. На начальном этапе нет серьезного отбора. И ребенок слабый может прийти физически. И через какое-то время он становится более сильным, более крепким. И это здорово, потому что в жизни нужно быть активным, да, и здесь детки развиваются очень хорошо. И родителям это нравится, и нам приятно видеть результат своей работы. Малыши сами дают себе физическую нагрузку с самого рождения. И можно дополнительно с грудного возраста есть гимнастики и для грудных детей. Я, например, своих детей крутила, вертела за ручки. Но, естественно, я знала, как это делать. И делала это грамотно, чтобы ничего не выдернуть, ничего не вывихнуть. Когда ребеночек начинает ходить, опять же таки, он же повторяет все за вами. Если вы делаете какие-то упражнения, он пытается копировать, подражать вам. И это уже для него развитие и гимнастика. А в секцию желательно, ну, лично я набираю детей с 4 лет. Индивидуально можно приходить в наш зал и заниматься с ребенком чуть ли не с года. Как он только встал на ножки и пошел, вы можете прийти к нам в зал и походить по залу, полазить по шведской стенке, пройтись по бревнышку, попрыгать на батутике, повисеть на кольцах, уже приобщаться потихонечку к гимнастике.